В деревне Горки на трассе «Казачий дозор» прошел третий этап чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание. В отличие от январских заездов, на этот раз повезло с погодой. Не было сильного мороза, и соревнования собрали 16 участников и много болельщиков. И все больше и больше действительно зрителей, не только с нашей территории, с Ленинского городского округа, но и наши соседи, близлежащие, в том числе уже города и области. Сегодня у нас 16 участников, гонка обещает быть очень зрелищной, потому что погода позволяет. Здесь и парковка, здесь фудкорт, у нас здесь дежурит медицина, у нас здесь все условия совершенно предназначены. С детишками играют аниматоры, здесь все условия, поэтому приезжайте все, мы всем гостям очень рады. Как обычно, начались гонки с жеребьевки и квалификационных заездов, которые для представителей Ленинского городского округа сложились непросто. Трасса замечательная, чуть подснеженная, чуть со льдом. В принципе, сцепление у машины тоже хорошее. Получается ехать уверенно, ввиду того, что заснеженная трасса. Вот. Первый заезд у меня сложился неудачно. Немножко меня развернули. Старт удался, но на середине первого круга было столкновение и на огромной скорости въехал в это скопление машин. Но в итоге по ходу оставшихся 5 кругов смог выправить ситуацию. 3 машины я обогнал. В принципе, такую серединную позицию в итоговом протоколе по первому заезду занял. Гонки проходили в напряженной борьбе. Благодаря обледенелым участкам трассы происходили частые столкновения между пилотами, которые заканчивались вылетами в сугроб. Для участников это дополнительная сложность, но для зрителей – элемент зрелищности. В таких непростых условиях в соревнованиях дебютировал гонщик Сергей Сидоров из Федюкова. Мне нравится контактная борьба, то, что можно как раз, нет ограничений в плане кого-то столкнуть, тебя столкнут. Меня вот этим вот зацепило, как говорится. До этого в трофе катался, там свои ограничения, а здесь таких ограничений нет. За Сергея приехали поболеть семья и друзья. Всем зрителям запомнился баннер, который группа поддержки подготовила для своего фаворита. Первый раз выехал, собрала группу поддержки, чтобы его поддержать. Он об этом ничего не знал. Я думаю, ему очень приятно, что мы ему устроили такой сюрприз с друзьями, с коллегами. По результатам заездов гонщики набирали очки. До финала добрались несколько участников, а сильнейшим в этот день стал Андрей Березкин. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».